Всем привет, в ЛФД 2 завершился Фанком Винтер Кап. Это было очень увлекательное и эпичное событие, которое мне довелось комментировать. Все записи трансляции я сохранил у себя на канале, и вы их можете посмотреть. Ну а кому их лень пересматривать, в этом видео я собрал для вас лучшие моменты. Ну, я, в принципе, я не удивлен, что корейцы самые сильные блэкфейсы. О, тут вообще месиво просто. Громила просто всех в пету загнал. Это опасная атака, влетает охотник, делает стан, опять это все дело слизь, но теперь выжившие играют более сливовый. Подкуривает курильщик и делает громила минус. Хорош! Что, есть танк? Танком играет Якут. Одну тачку тащит. Здесь главное не заиграться. Здесь главное сделать максимум, что можно сделать. Закинуть машинку сбоку. Скорее всего, так он и сделает. Одну сюда, все. Все правильно, да, и одну сюда. О! Еще и зарандомил, господи, зло лег, но Якут не хочет закатывать, нет, все-таки принимает решение закатать. И будет роспись троих. О-хо-хо! Да, детка. Вот это дают. Модофрагеры снова. Нужен им пинок. Им нужен пинок в начале турнира, чтобы нормально заиграть. Пожалуйста. Посмотрите видос, мы пронесли колу через весь децентр, и тут можно. Ой, хорошая роспись! Да! Нет, не будет 10 тысяч! Не будет! Их заберут, не будет. Их заберут мазерфрагеры за выполнение квада. Yeah, baby, да. Пусть не что-то сверхъестественное, да, но какие-то решения, может, там позиционка они грамотно принимают вторую. О, подлетает наш человечек. О! Что это было? И падает в НКАП. Будет сейчас целинг джамп от кубика. Ну. Сейчас приземлится просто этот истребитель кому-то на голову. Нарошельку летит на. Yes! Вот это было красиво. Это жесть, они просто на ровном месте сейчас чуть не похоронили себя. Вот тут еще коварная атака от Чиотикс прямо в спиту. Это минус! Это минус! Да! Минус 2! О май гад, как же начинает эту игру Чиотикс. Я тут отвлекся, кто-нибудь может сказать, прошли ли доминаторы до убежища. Курильщик подкуривает, тут трипл чарджер, ловит охотник. Очень грамотно реализовывает эту атаку, очень много скиснул, ловит дамага. Прям просто хп капает моментально. И вот он, вот что значит дефолтная атака. Ну, с оружием скиснул, себя чувствует увереннее, должны получше атаку это принимать. Жакей ловит очень неожиданно под плевок и под бумера, там двое выживших, и стан делает бумер. Что здесь происходит? Просто какая-то лужа месива. Я секунду назад сказал, что с оружием скисну должны чувствовать себя получше, но они вышли хуже, чем доминаторы с милишками. Вот, пока что у танка все хорошо. Он может бесконечно стоять на этой горочке и играть лом. Пытается зарандомить машинку. Не получается. Вторая также летит. Аккуратненько с ними заходят, выжившие пытаются обогнуть танка, пройти вперед, но пробивает громила, делает стан, ловит панч-тренер. Машинок-то поблизости нету, саппорту будет неприятно, тренер улетает прямо на тачку, но с тачкой получится закатать Рошель. Также подкуривает на тачку курильщик, здесь второй инкап и третий инкап от рандомной тачки. Танк остается один на один с тренером, и это гарантированный вайп. Будут танка встречать из УЗИшки. Луис вот сидит тут, поджидает его. А также там есть три помповых дробовика. Танк заходит, его расстреливает Луис. Блочит дверью, танк застревает прямо внутри. Очень сильно зол на это. 3000 хп уже у танка. Рошелька остается одна, Зойка точнее. Танка бьют, 1000 хп. С саппортом справляются, танк раскидывает панчи. Есть один инкап. 500 хп у танка, камень не залетает, закрутить не получилось, и танк выживает. Ну что можно сказать про этого танка? Это очень опасный и грозный танк. Выжившим сейчас может быть очень неприятно, хп у них не очень приятное. Танк врывается в игру, ищет свою жертву, бумер не получился, а был хорош. Курильщик не получился, танк находит свою цель, прямо с рукой врывается, делает один инкап. Выживает снайп, потому что весь саппорт уже слился, есть только смокер, а также громила.
Танка пытаются настреливать выжившие. Делают ему неприятно. Танк уворачивается и неожиданно взрывает Зойку, которая пыталась его развести, но танк разводит ее. Ой-ой-ой, кто кого переиграет в этой игре. Также поймал охотник и пытается поймать Громила. Однако охотник помогает сделать еще один панч танку. Подкуривает курильщик. И дабл панч будет. И еще один дабл панч. Это вайп от команды Ювин. Как же это было красиво. Охотник выглядывает, пытается неожиданно напасть. У курильщика не получается, но он все еще выживает. Пытается его убить выживший. И напрыгивает охотник. Это очень удачно для Громилы. Также плюет плевальщица на урон и пробивает. Это инстакилл. Вылетает атака, курильщик подкуривает, ловит Джайки. И Громила пробивает дабл чарджер. Тренер улетает очень далеко. И это достаточно хорошая атака. Так, танком играет Леви. Это может быть весьма неплохой танк. Есть заблев двоих. Танк уже будет играть с этим. Опрокидывает себе итемы, рандомит собачок. И попадает сразу в двоих Леви. Просто прицел у этого человека не сбит, это точно. И подключается быстренько саппорт. Громила пробивает, машинку тащит танк. Паркует ее на заправку. Ну и сам заходит заправляться выжившими. Успешно раскидывает панчи. Я думаю, это очевидный вайп. Ничего не может предвещать другого исхода. Вот так начинается эпичная игра. Whirlpool Swords на месте. Вылетает бумер, ловит приклад. Падает вниз и его быстро отстреливают. Со смокером справились. И тут Громила коварно есть. Пробивает дабл чарджер. Тренер улетает на минус. Рошелька, что с Рошелькой? Рошелька жива, забирает аптечку тренера вот так просто, ценой своей жизни тренер ее пытался полечить. Что сейчас было? Расстреливают танка, встретили уже на 2000 хп. Иф в другую трубу уходит, танк делает дабл панч. Вопрос, как черепашки-ниндзя сейчас бегают по этим трубам. Уворачиваются от всех и уходят на круг. Громила пробивает, однако с ним разбираются. Но танк выкидывает Билла прямо на минус. Есть квад, пробивает Громила, уносит. Был стан от охотника, но поймает ли Жакей, поймает курильщик, и это квад. Ну, практически. Но тем временем появляется танк, и танком становится Леви. Это может быть весьма хороший танк. С весьма хорошим саппортом. Уже вторую машинку себе заготавливать сразу. Вот давайте немного краткий экскурс, как это делается. Вот так тащится машинкой. И здесь через заборчик аккуратненько опрокидывается. А вось и попадет в Луиса-то. Инкап есть у танка, однако танк уже и зайдет под заблев двоих-то. Очень удачно это для него. Очень удачно. Блин, как же эта игра набирает обороты. Ну, закатывать надо выжившего, закатывать, все. Чевотик стеряет бойца буквально в секунду, в моменте. Ну и заходить надо уже с руками, что тут, ничего не остается. Раздает панчи танк, зажимает, саппорт сейчас ему будет помогать. На вторую машинку улетает Зойка и попадает. Есть инкап. Тем временем выживший борется с саппортом, пробивает Громила и ловит Жакей. Все. Вот так вот, буквально, в секунду переворачивается игра от Whirlpool Swords. Все они сейчас готовятся переворачивать игру. И танк заходит первого же выжившего, инкапает. По нему активно настреливают, рубят мачете. У танка 2000 хп еще в запасе, идет зажимать второго успешно. И саппорт подключается. И танк погибает, однако в последний момент также успевает отстрелить чего-то с тиммейта. И чудом спасаются, чудом. Казалось бы, это был сейчас вайп, да, но у Фрэнсиса дигл в кармане-то был припрятан. Игрок зон модовский, здесь эти тактики не работают, команда профессиональная. И поэтому он заходит с дверцы, врывается в игру, находит жертву. Опа, трипл панч делает, охотник напрыгивает, трипл панч снова делает, Ювин зажимаются в одном углу. И танк заканчивается.
они сейчас буквально были в одном шаге от поражения. Ну и доходить надо со всеми этими аптечками внутрь, потому что это будет более-менее похоже на бонус от Чаотиксов. Что у нас по дамагу? Смотрим. Дамага пока еще недостаточно, и у нас квад прямо перед самым убежищем. Как это произошло? Что сейчас вытворяет Чаотикс? Расхват четверых. Вот это эпик. Вот сейчас отвечу, кто мой любимый персонаж. После того, как танк ворвется в эту игру, закатает сразу троих. Это просто хайлайт. Одним панчем этот танк врывается в игру. Браво, Чаотикс, мои аплодисменты. Они сейчас буквально хлопнули дверью в этой игре. Есть атака предпоследняя. Расхват троих, ловит Жакей и Громила пробивает, делает инкап. Минус один, тут также есть Уевин. Вот что значит экономить аптечки. И это расхват перед самым убежищем. Вайп делают доминаторы в этой игре. Позиции у них весьма интересные, смотрите-ка. Двое за заборчиком, двое на заграждении вот этом. И танк врывается в игру. Раскручивают его за заборчиком и отходят назад. Забайтили просто этого танка, однако он продолжает зажимать расхват. Есть, Жакей напрыгивает. Танк зажимает одного, охотник также напрыгивает. И это вайп от Ювин. Вот так они отвечают в первой главе своему оппоненту. 9! 9 поинтов у доминаторов в первой главе. Браво! Аплодисменты Ювин. Даже лобстеру этому бедному досталось. По табличке танк ударяет. Бедный лобстер. Вот так это делается. Вот так надо делать вайп в первой главе Перриша.